Как спортсмен я прошел через большое количество ситуаций. Русские – очень доброжелательный народ. Нас всех здесь очень тепло встретили. Он очень зрелый игрок для своего возраста. Мы хотим воплотить в жизнь и показать те вещи, которых в России еще не было. Других мыслей в голове, кроме победы, не может быть. Вперед!